Так, друзья, мы начинаем наш Duolingo. И с новой истории. Как тебя зовут? What's your name? Can you see it? Okay. What's your name? What's your name? Как тебя зовут? What's your name? Lily and Zari are at a party. Lily and Zari are at the party. Lily и Zari на вечеринке. I'm so happy we're here. I want to dance. Что она хочет? Давайте посмотрим. Да, она хочет танцевать. I'm so happy we are here. I want to dance. I'm so happy we're here. We are here. We are. Это сокращение от we are. We are here. I want to dance. Я так счастлива, что мы здесь. Я хочу танцевать. I do not dance. I do not dance. Я не танцую. Ooh, who's that? He's cute. Oh, who's that? He's cute. Oh, кто это? Он реально крут. Ну или он крут. Реально тут нет? Он крутой. Кто это? Он крутой. Who is that? He is cute. Это вот сокращение. Глагол is сокращается до s с апострофом. С такой запятушкой. Да. Выбери вариант симпатичный. Симпатичный. Ну, в данном случае cute это скорее крутой, чем симпатичный. He's in my science class. This is his party. He's in my science class. This is his party. Да. Он из моего класса по естествознанию, то есть она в каком-то профильном классе по естествознанию, по естественным наукам. И это его вечеринка. This is his party. Mm-hmm. What's his name? What's his name? Как его зовут? John, Steve, I don't know. John, Steve, I don't know. John, Steve, не знаю. Hello, can we talk to you? Hello, can we talk to you? Привет, могу я... можем мы с тобой поговорить? Zari, what are you doing? Zari, what are you doing? Zari, что ты делаешь? Now he's going to talk to us. Да. Doing это... doing показывает, что в данный момент, что ты сейчас... можно добавить сейчас, в данный момент делаешь. Now he's going to talk to us. Сейчас он собирается, to be going to, собираться что-то сделать. Он собирается с нами говорить. Лили не хочет разговаривать с парнем на вечеринке. Да, это правда или нет, это неправда. Давайте подумаем, исходя из того, что она постоянно одергивает свою подружку. Да, конечно же, она не хочет говорить с парнем. А, я нажал «хочет». Конечно же, это правда. Она не хочет разговаривать с парнем. Great! Great! Замечательно! Превосходно! No, I don't remember his name.
No, I don't remember his name. Нет, я не помню его имени. Is his name Anthony? Is his name Anthony? Его зовут Anthony? No. No, нет. Thomas? 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 No. No, нет. Is it... Is it... Это... Sorry, I don't know his... Sorry, I don't know his clothes, face, name, what to choose. Name, you're right. Look, he's coming here now. Look, he's coming here now. Посмотри, он идет сюда. Сейчас. Ну, сейчас подразумевается. Так, немножко закроем, чтобы нам оно не мешало. Угу. Look, he's coming here now. Посмотри, он идет сейчас сюда. Oh, no. Oh, no. Oh, нет. Hello, Lily. Hello, Lily. Привет, Лили. Hey. Hey. Привет. Are you excited for our science exam? Are you excited for our science exam? Тебе нравятся наши уроки по естествознанию? Ты рада, что у нас есть уроки по естествознанию? Yeah, I'm so excited. Yeah, I'm so excited. Да, я действительно очень-очень рада. He looks at Zari. Zari looks at Lily. Lily doesn't say anything. He looks at Zari. Zari looks at Lily. Lily doesn't say anything. Давайте посмотрим, кто на кого смотрит. He looks at Zari. Он смотрит на Зари. Zari looks at Lily. Lily смотрит, Зари смотрит на Лили. И Lily doesn't say anything. Так, тут не хватает Зари. Ну, давайте подождем. Зари. Подпишем, что это Зари. Вот. Такой вот получается. Ой. Не совсем так. Давайте очистим. Он смотрит так, Зари. Здравствуй. Так, он смотрит на Зари. Зари смотрит на Лили. Так. Я почему-то тебя не вижу, но слышу. Hello. Hello. Наконец-то мы увиделись. Нам было время. Да, уже 15 минут. Да, давай начнем. Вернее, продолжим. Вот. Просто я кушаю. Да, давай мышку эти, да? У меня хороший день, я завтра в школу не пойду. Hi, хорошо. I'm Zari. Hi, I'm Zari. Угу. Nice to meet you, Zari. Nice to meet you, What's Zari. What's your name? Lily doesn't remember it. What's your name? Lily doesn't remember it. Zari. Zari. Угу, давай. Dance. Угу. Кьют еще крутой пивается. Да.
Я это привожу как милый. Это очень мило. Так, сейчас обучение будет. Что? 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 Чего? В Дуолинго 15 наборов? Что? О май гад, здесь совсем бухач. Как это? О, набор 3, набор 4, набор 6, набор 7, набор 9, набор 13, набор 16, набор 15, набор 21 набор. Ну вы издеваетесь, я все это сделала, они просто это поделили. Это нечестно. Понятно. Они просто тупо поделили, а я думала что-то новое. Понятно. Миллиардная лига. Что? Понятно. Что, простите? Бриллиантовая лига, что, простите? Что, простите? Давайте на моем. На твоем? Ну давай сегодня на твоем. Ура! А в следующий раз снова на моем. Так, передаю вам. Так, как я забыл передавать это все? Да не, я уже все. Я демонстрацию. Дайте демонстрацию. Надо выйти, наверное, все-таки. Выйти надо. Я тут прокачался в Дуолинго, я не это. Почти закончил вот этот модуль. Угу. Так, вот, все. Все, теперь ты точно. Как, кстати, у тебя турнир прошел? Какой турнир? Ну, у тебя на прошлой неделе какой-то турнир был. А, так себе. Понятно. Ну, я желаю, чтобы в следующем году были интереснее турниры. Да, видите, я тут практически все на второй уровень. Угу, молодец. Апнул. Давайте множественное число будет. Нет, давай вот на какую-нибудь, вот на такую башенку какую-нибудь нажми. 3, да? 4, 5, 6. Давайте больше 45 что-нибудь. Нет, я говорю, на башенку надо. 3, 4, от 3 до 6. Ну или 7 там есть. Башенка. Башенка это пройти уровень досрочно. Нет. Это башенка. Да, вот это башенка, вот это. Так я же за это ничего не получу. Башенку ее проходит только это, один раз ее можно пройти. Нет, если... можно пройти еще раз. Давай один раз башенку, а потом по твоему усмотрению. Можно пройти, но у меня из-за этого ничего не повысится, вот эти уровни. Нет, они повысятся. 10 точно тебе обещаю будет. Ну, 10 опыта, но не 10 уровней. Давай одну башенку, а потом на твое усмотрение. Какую башенку? Ну, какую выбирай. Только не ниже 3. А с 3 включительно? Да, 3 включительно. А, ну тогда пойдем к 4. Угу. Давай. Объясняй, почему ты так выбираешь? Всего лишь 3 варианта. Да. Я получил I got. Мы сразу выбираем из двух вот этих вариантов. Сообщений. Чего так мало? 2000 сообщений. В нашем чате 2000 сообщений в день. Вот это. Потому что месседж это сообщение. Все правильно. She receives thousands of emails. She receives thousands of emails. Thousands. She receives thousands of emails. Да чего? Receives. Thousands of emails. Да. Of показывает, что чего? Thousands of тысячи чего этих сообщений по почте. She receives thousands of emails. А получает это разве... Receives? Thousands.
thousands. She receives thousands of emails. Ты получаешь, что ли? Да, она получает. Я же думала, что это get, get там всякие. Да, receive — это получать. То же самое, что get. Только receive — это когда мы пишем письмо какое-то. Это такое формальное. Да, так сказать, свой глагол для каждого, да? Да, ну, receive. Ну, это покидать, так что либо это, либо это. On my new, новой идеи, when... Лон один, длинная идея, а тут new один, новая, это new, а лон это не новая. She was asking me about you while we were going home. She was asking. She was asking me about you while we were going home. About. She was asking me about you while we were going home. About you. She was asking me about you while we were going home. You. Я сам. She was asking me about you while we were going home. You. Were. She was asking me about you while we were going home. She was asking me about you while we were going home. You. Yes, she was asking me about you while we were going home. You were? We? She was asking me about you while we were going home. Going. Home. Ну, ты понял свою ошибку, да? Да. Да, я не стал вмешиваться, чтобы ты немножко... Сам, наверное, поэтому вмешиваешься. While — это в то время как переводится. While — в то время как. Да, давай. Я не буду заниматься в марте тем, чем я занимался в декабре. А чем ты занимался? Ходил в школу. Понятно. В марте. Ну, Новый год я точно в марте не буду справлять. Нет, это я просто, это я, потому что, ну, нельзя поставить ни на какую тут же, ну, мышку поставить нельзя ни на какую, это я еще думаю. Угу. Это, тут вижу, сначала я не буду, так что не вот это, а вон это не буду тоже. Да, in March, what I did, what the, да, молодец. December. I am asking where she was living from March to September. I am asking where she was living from March to September. Asking. I am asking where she was living from March to September. I am asking where she was living from March to September. Living. March to September. Mm-hmm, oh, yes. Yes, I heard about that. We were talking about him when I received his message. We were talking about him when I received his message. We were talking about him when I received his message. Mm-hmm. We were talking about him when I received his message. Mm-hmm. We were talking about him when I received his message. When? We were talking about him when I received his message. I received his message. We were talking about him when I received his message. А теперь переведи, пока не нажимай, переведи. Не, я все равно на перевод не смотрю, я туда даже не смотрю. Хорошо, это давай. Мы говорили, ну, в прошлом, мы говорили прямо сейчас в прошлом, ну, если так, дословно. Почему? Хим это кто? Хим это кто? О нем. Да, да. Мы говорили о нем, когда я отправил ему сообщение, даже его сообщение. Угу, молодец. Я все только, равно... только не отправил, а как receive — это то же самое, что get, получать. Вот видите, я тут
написано разговаривали, а я сказал говорили, да. Mm-hmm. А у вас бывают такие сообщения, не сообщения, а вот задания, нажмите и говорите. Нет, это видимо, только в премиум. Так у меня что, Раньше было, сейчас они сделали платное. А у меня не премиум. Ну, в смысле, платная версия. У меня не платная, не премиум. Необычно. Да? Ну, возможно, да ты знаешь секрет. Так? А ты не сказал. Ну, так я понимаю, я думал, что можно так остановить и дальше говорить. Нет? Нет. Это не если честно. Ты нажал, то надо говорить. I'm not asking you to help me. I am not asking you to help me. You. I am not asking you to help me. To help me. I am not asking you to help me. Да, как переведем? Я не спрашивал, ты помог мне? Я не прошу тебя. I heard something. Вот все, тебе конец. I heard something. Do you know why she still lives with her parents? Do you know why she still lives with her parents? Do you know why she still lives with her parents? Why she? Yeah. Do you know why she still lives with her parents? Lives with her parents. Do you know why? Do you know why she still lives with her parents? Да, как мы идем? Ну ладно. Почему она живет с родителями? Ну, ты знаешь, почему она живет с родителями? Ну, посмотри. In December we will go and be opening three new shops. Three new shops! Это нечестно. Я сказал new. Ну, он тебя засчитал, не переживай. New. Да, давай дальше. Ты куда-то, что ты хочешь с этим делать? Я там... Ладно, вот если хочешь отомстить, нажми на флажок и там скажи, что ты о них думаешь. Да не, я шучу. They had three children. Чё, так просто? Угу. Oh, three children. А у нас один раз говорили не children, а children. Потому что child — это ребенок, это дети. А child — да. Это как бы множественное число, что ли. Это множественное, которое умножили еще на множественное. Это какие-то дети-мутанты. С двумя головами и тремя хвостами. Их бесконечность. Why are you asking me? Я вопрос не сказал, не с правильной интонацией. Все, мне два ставить надо. Нет, ты сказал с вопросом. Вот. А смотрите, я нажал вопрос и высветилось Duolingo. Ну, высветилось то, что ты искал до этого. Нет, я же нажал вопрос. Видишь, антитренинги, переводчик, ческом, торнелоком. Торнелло — это шахматы, ческом шахматы, переводчик. Антитренинги — это математика, ЖД-дневник. Доулинго — это Duolingo. Да, ну давай вернемся, а то мало успеем сегодня сделать, если будем на переводчике. Давай. We were working, but they interrupted us. We were working, but they interrupted us. Interrupted us. Yes, I heard about that.
hers. Подсматривать нехорошо. Так что я посмотрю? Я ж в переводчике сейчас не сижу. А, вы про слово, извините. Это я случайно. Я серьезно, я не хотела. Ну ладно. Прощаю. Hear, ну, had, это слышать, это я знаю. Ну, ну еще, hear есть hear. Да, давай. Heard, это, по-моему, прошедшая форма, нет? Да, да, прошедшая форма. Да, я слышу. Об этом, как тут давлинга, можно посмотреть, как переводит? Ну да, тут об этом он переводит, просто... А то еще может сказать там что-то непонятно что? Ну да, Дуолинго. Ну да. Дуолинго может все. А я май год. Это значит Дуолинго с перчаткой бесконечности. I still don't know whom she loves. Don't know? No. She. I still don't know whom she loves. Whom? I still don't know whom she loves. Love. Так, как переведем? Я... Still это все еще, верно? Да, все еще или до сих пор, да, все правильно. До сих пор не знаю, кого она любит. Да. Whom, это же кого, верно? Да. Whom это кого, а which это кого? Why are да. You asking? Почему ты меня спрашиваешь? Угу. Давайте посмотрим, он почему тут переходит. Why? Да, почему? Ну да. Не для чего, не зачем. Нет, почему? Ну, это why, конечно, а то еще он перепутает с because, а не ну. Ну, таких у него ошибок, к счастью, нет. Он там. Ты спрашиваешь меня без уважения. Там у тебя описка, да. Отличная серия. Угу. И это скрин обязан сделать. Все, я сделал фотку только. Интересно, можно Duolingo выделить? Синий Duolingo. Перекрасили Duolingo, понимаете? Угу. У него было трое детей, как сказать? They? У них, да, у них, я не туда посмотрел. У них было... Ой, сейчас. They have... А посмотри, какой глагол там должен быть. Да, have. Да, только не had, had это шляпа. Hat. А had... Had. Почему? Ты пишешь, они были трое детей. А надо, у них было. Я had и написал. Угу. Молодец, молодец. Я вроде бы had написал. Нет, ты просто написал-то had, а пронес к had, поэтому я тебя поправил. Ну, просто мы как бы русские, мы шипящие, у нас говорили, что мы их пишем, но... Говорить мы их не особо говорим шипящих. Uh-huh. А тут нет шипящих. Это шипящих, и мы должны говорить had, ну, твердые вот такие, как бы, да? Uh-huh. Нас, например, заставляют говорить вот так. Когда нас проверяют, да, нужно present simple. Uh-huh. She-li-va-z. Мы прям вот так говорим. Li-va-z. Мы же не будем так в обычной речи говорить. Да, да. Говорить, ши-ши-ши, там, talk about me, asking for me, go to the school for 3 o'clock, but she leaves. Да-да-да-да. Я лентяй, поэтому я обычно пишу kids. Kids. Но это американский вариант, разговорный. She was asking me about you while we were going home. Kid.
went. She was asking me about you while we were going home. She was asking. What? Asking. Me. We. She was asking me about you while we were going home. Me. She was asking me about you while we were going home. About. While. We. Were. Going. Home. Mm-hmm. You, да. Не, ну, блин, ты что, что-то не понял. We were walking, but they interrupted us. Interrupted. 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 She was asking me about you while we were going home. Asking. Me. Mm-hmm. While. Нет. Да, все правильно. Угу. We were going home. Так, she was asking me while... About... Да. She was asking me about... She was asking me about you while we were going home. Да, вот давай произнесем это, чтобы запомнить. He was asking me about you while we were going home. Как-то ты быстро произнес, даже не успел перевести. Ну ладно. Это да. Нечестно. Ну почему? Мы столько... О, подарочек! Так я понимаю. Подарочек. Подарочки я люблю. Да, давай выбирай вот то, что ниже четверочки, любое задание. Первого. А с такого по какое? С четвертой цифры любое задание. Четвертый ваш. Ой, ну давайте с первой. Ладно, я шучу. Так, четвертый. Вот, выбирай. Я люблю погоду. Хорошо. Я о погоде хорошо. Ну вот даже прочти про тебя. I do not eat. Я не ем погоду. Давай. Да, cloudy это облачно. Да, знаю. А фоги это туманно, все правильно. Я так понимаю, тут первое должно быть остановились, верно? Да, остановилось. What? Как? Was. Да, it was, это остановились. Прохладно. Да, chilly это прохладно. Запомни, что вот перец чили, его опустили в лед, и он был горячий, то есть... А стало прохладно, вот. Или вспомни, что и когда ты ешь... Он был ребенком, а поскольку его опустили, ему стало холодно, и он как бы, я даже не знаю, он стал меньше от холода, потому что... Хорошо, придумай свою историю с перцем чили. Я еще могу предложить, что перец чили, когда ешь горячо, а когда запиваешь водой, становится прохладно. А, точно, да, чили. Логично. It is getting cold. It is getting cold. Я погоду правда хорошо знаю. Мы с папой очень долго изучали. Винды это ветреные, да. Тут нету вообще винти, так что это нам не подходит. Couldn't. It is sunny and warm today. It is sunny. Sunny. And warm. Warm. Today. Mm-hmm. Today. Mm-hmm. It will be warm but not hot next week. Корова. Ну это медведь, это не корова.
Медведь по имени Корова. Понятно. Да, давай, а то мало успеем, если будем баловаться. А первая на. It will be warm, but not hot. Тогда переводи с конца, если хочешь на. Да, на неделе? Will. На какой неделе? Посмотри по тексту. Следующая неделя будет жарко. Нет, посмотри как в начале. Warm. Тепло. Warm. Warm. Жарко это как будет? Жарко как будет? Warm. Warm это тепло, а жарко как будет? But. Not. But. Ну, нот-то ты уже точно знаешь. Когда это... Не, but я тоже знал. Просто я это... Я хотел... It. Вот когда смотришь вот так, она теперь проговаривает. Это а ты же умеешь сам читать. Не, я знаю, просто это прикольно, это надо обновление сделать. Угу. Давай, будет тепло, но... Но не на следующей неделе. Нет, не так. Посмотри внимательно. Не торопись, главное. Будет тепло, но никак. Да, hot, жарко. Hot, hot, hot. Hot dog. Горячие собаки. Один раз так перевел, знаете, в первом классе был хот-дог. Я это перевел как... Я хоть и знал, что это хот-дог, я перевел-то... я пойду съем, или там... I will go... Ну, было... I will go and to eat hot-dog. Uh-huh. Я перевел-то, я пойду съем горячую собаку. И как там... Два... Класс... Класс, наверное, лежал весь, в том числе учительница. И это... Знаете, как в Ютубе, ну, иногда так бывает, типа, на весь экран, если что-то невозможное происходит, ну, например, кричит бобёр, я даже не знаю, что на Ютубе может быть, кричит бобёр, и там на всё, цифру, ну, типа, вот такое, сейчас покажу. Найдите в чат, ну... Ну, пока, давай в конце урока покажешь. Да. Да, сегодня ночью будет туманно. Будем чилить. Сегодня ночью как будет? Сегодня ночью. Ночью. Туманно, как будет туманно? Туманно. Фоги. Фоги, все правильно. Фог это туман, а фоги это... It will be cloudy and windy tomorrow. Windy tomorrow. Mm-hmm. It is getting cold. Спасибо, Боря. Thank you. Mm-hmm. Хочу, я правда хочу перекрасить Duolingo, хочу его выделить так. Перекрасить в этот синий цвет. It is too windy now. Хорошо. Windy now. It is да. It is sunny and warm today. It will be chilly but sunny tomorrow. Be chilly but sunny tomorrow. It will be cloudy and windy tomorrow. Mm-hmm. Was it sunny or cloudy yesterday? Was it sunny or cloudy yesterday? Was it sunny or cloudy yesterday? Or yesterday? Mm-hmm. It is sunny and тепло. Warm. Mm-hmm.
А где сегодня-то? That morning was very foggy. That morning was very foggy. Morning. That morning was very foggy. Mm-hmm. Very foggy. Mm-hmm. Well, the... Мне не нравится, мне особо нравится вот этот персонаж, потому что он постоянно какой-то, знаете, грустный. Угу. Ну. Девочка Линни. Нет. Я понял. Давай только доделаем, а потом с Лили разберемся. Да, сегодня будет ночью туманно. Я ее соединю. Так, it will be foggy. Okay. Today. Tonight, точнее. Да, сегодня ночью. Все правильно. It will be cloudy and windy. Mm-hmm. Tomorrow. It was. Знаете, он говорит этот Джуниор как мужчина настоящий. Вот согласитесь? Mm-hmm. Нет, а что это не произносит? Ну, Чили, это ты знаешь ведь зачем? Нет. А ты паузу нажал, поэтому он не говорит. Видишь, на нем пауза стоит. Где пауза? На нем. Где? Ну вот эти две черточки, это же пауза, я так понимаю. Вот эти две черточки, это же пауза? Вот эти? Вот эти. It was... What? Нет, надо... Становилось, как бы остановилось? Получалось. Да, it was getting... Чили, да. А Чили в следующий раз не подглядывай. Вспомни просто про... Это я помню. Мы запиваем водой, и становится прохладно. Я помню, вы говорили про перец. Когда мы запиваем водой, нам прохладно. Угу. Да, сегодня... солнечно и тепло. Солнечно. Угу. Видишь, как ты быстро справился. Получим линготы. Целый лингот. Да. Ничего себе, ну щедрость Дуолинго. Вот просто щедрый лингот целый, вообще класс. Да, да. Нет, не хочу другие. Нет, мы же идем в четвертой категории. Да. Так, давайте теперь, ну, она самая зависть. Давайте зависть. Хотя нет, не давайте. There is no way to help her. Is no way to help her. Only лишь один учитель. There was only instructor. Инструктор? Да, попробуй говорить на английском. Ты уже много слов знаешь. Все, что знаешь, говори на английском. Все, что не знаешь, просто Instructor. На русском. Инструктор, really? Инструктор. Инструктор, really? Translate it in Russian, in English, please. В этой школе был лишь один учитель. Translate it into English. Instructor, it's not teacher. There was only teacher in the school. They used really used. There are several reasons why I help him. Okay. Several. This word. Reasons. I didn't know. Please tell me about this word. Reason means cause. Causes. That word. Mm-hmm. Why? Why?
Why I help? Help him. Help him. Yes. No, okay. Good job. Good job. Thank you. Okay, translate it into English. This is a mouse, a computer mouse, but I don't. I don't leave my mouse. No, it was blue. Yeah. There will be, and to continue this phrase, there will be. У меня сейчас занятие другое. You have another lesson. Yes. Okay. Okay. We may continue the next time. А мы можем еще сегодня? Только если вечером. Вечером после скольки? Сейчас скажу. Сейчас я открою свою волшебную книжечку, посмотрю. После 9. В 9. Не, в 9 не смогу. А можете завтра тогда в 11? В 11. Завтра в 11 не смогу. А во сколько сможете? Так. Завтра у нас среда. Ну давай также в 4. Мам, мы можем в 4? Да. Хорошо, в 4 договорились. Нет, постойте. Это я маме. 5? А вы в 5 можете? Так, завтра. А, среда. Среду в 4 не смогу, да. Давай в 5 лучше. Окей. Хорошо. Постойте. Постойте! Нет. Ну да, нет, в пять. Хорошо. Thanks for the lesson. Bye. 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 Have a nice day. Thank you. You too.